Только успешный педагог может воспитать успешного ребенка. Так считают все участники. Проходит конкурс в трех номинациях. Жюри, в числе которого лучшие педагоги Кубани, победители конкурса прошлых лет, руководители профессиональных учреждений. Помимо главного победителя, предстоит выбрать учителя года по кубановедению и основам православной культуры. Сегодня 132 участника, лучшие в своих территориях, познакомились с жюри, ответили на блиц-вопросы и рассказали о себе. Педагоги будут участвовать и в методическом семинаре. Уже завтра станут известны имена полуфиналистов, которые продолжат состязание. Торжественная церемония закрытия конкурса состоится 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба Краевого министерства образования и науки.